Новейший центр боевой подготовки Западного военного округа готов принять на обучение сразу 2000 курсантов. Уже с 1 июня они приступят к подготовке. Центр в поселке Мулино Нижегородской области уже проверил первый заместитель министра обороны России генерал армии Аркадий Бахин. Здесь более 150 тренажеров. С их помощью создается обстановка, максимально приближенная к боевой. А это позволяет экономить боеприпасы и моторесурс.